В Одинцовском округе продолжают свою работу три пикета в рамках масштабного просветительского проекта «Волонтеры Конституции». Участники провели с 15 июня уже более 450 консультаций. В преддверии общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации добровольцы подробно рассказывают жителям о процедуре голосования и о самих поправках. Стойки проекта «Волонтеры Конституции» будут работать до 1 июля.